Как жизнь молодая? Ты уже звезда. Да? Да, тебе там же в любви признавались. Девушки? Ну, ты слышишь, что-то поменялось, пока меня не было, что ли? Нет. Тебя девочки интересуют? Ты загадочно какая. Ну-ка, ну-ка. Я ищу мужа. Девушка свободная. Состоит из роговевшего слоя человеческой кожи. И судя по тому, сколько здесь пыли, я за сегодняшний день съел Юлькину бабушку, Юлькину дедушку и частичку Юльки тоже съел 100%. Приехав в Россию, столкнулся с тем, что россияне совершенно ничего не знают практически о Беларуси, даже не знают, что это деноминация была. И все очень удивлялись, говорили, что у вас же там миллионы. Так вот, в Беларуси убрали 4 нуля из денег, и теперь доллар стоит всего 2 рубля, мороженое можно купить там за 50 копеек, вот, и теперь есть монетки. Самая крупная монетка белорусская, это 2 рубля, это на российские, ну, в районе 60, рублей 65, наверное. Вот так она выглядит, очень, кстати, похоже, деньги на евро стали. Буду по возможности давать вам больше информации о Беларуси, поскольку теперь меня смотрят очень много россиян, поскольку я сейчас сам в России, заливаю ролики отсюда, многим интересно. Так что вот такие вот у нас теперь есть монетки клевые. Расскажи, Ань, каким должен быть твой будущий муж? Умным. Девушки влюбляются в мозги. Никакой силы. Слушай, ты похожа на признание зомби, знаешь? Девушки влюбляются в мозги. Я хочу скатиться с высокой. Женщины влюбляются в мозги, а мужчины в тело. Вот. И трахают, кому что больше нравится. Даже. Короче, я понял, богатый мужик тебе нужен, да? Умный. Ой, блин. Умный. Вот напишите в комментариях, кто-нибудь из вас поверил сейчас вот в эту чушь, что она сейчас ляпнула? Если вот умный, хоть один. Подожди, если он умный, значит, у него есть и деньги, и все нормально. И ах, богат. Ты переобулась, ты как на ходу, а? Ай, молодец, ай, слушай. Ой, вот что Питер-то делает с людьми, слушай. Парковка блондинки. Достаточно неплохо. Ну действительно, тут еще две фуры может припарковаться, а так все хорошо. Чего ты делаешь? Я стесняюсь, поэтому начинаю косячить. Ты что делаешь? Плохо начинаю ездить. А, вот, я понял. Не, последнее слово не надо было говорить, это никто не поверит. Ты веришь, что она умеет стесняться? Чуть-чуть. Чуть-чуть веришь или чуть-чуть умеет стесняться? Чуть-чуть умеет стесняться. Неправда, я вообще скромная. Ой, блин. Скромная, милая девушка. Ну, кстати, она еще скажет на камеру. Вон вход там. Вон вход там. Там интересно. Здесь везде входы. Ну, там интересно. Главное, выход потом найти. Так, нам надо первое — найти краску для стен. Второе — выбрать напольное покрытие. И третье — присмотреть какую-то мебель. Минимальный набор, самый минимальный, самый простой. Смотри, вот одну такую покупаем. И сверху вот эту, она как раз высотой получится. Сколько у нее высота? 147 сантиметров плюс 10. Как раз под потолок будет все. Ну, вот такие полочки я обожаю вообще. Которые вот как в стену. Да, вон либо черную, либо белую. И вот столик здесь тут же, смотри. 100 рублей. Место прикроватных тумбочек, вот так вот такие столики, да? Короче, мы хотим выкрасить стены в белый цвет, пол сделать темным, либо ламинат, либо линолеум, либо ковролин. А вот сейчас с потолком делать мы понятия не имеем. Перегородить комнату, хоть хотим одну треть отгородить, там сделать спальню, поставить кровать, а вторую часть сделать как гостиную. Вот, в принципе, все. Все простенько будет, лаконично, ну и относительно недорого. В общем, все увидите. Вот в таком стиле я хочу все. То есть никаких рюшечек, никаких хрюшечек. Это мне так больше нравится. Вот всякие рамки мне не нравятся. Вот просто все квадратное и простое. Картины тоже можно какие-нибудь такие повыбирать. Ну вот, например, клевая картина. Да? Такими. Вот это мне еще больше нравится, вообще круто. Пикассо, видишь? Да.
А тебе нравится квартира в таком черно-белом варианте? Да. Ну? С добавлением чего-нибудь черненького, либо красненького. Не знаю. Минимализм, строго, стильно, четко, никаких вот этих вот, чтобы все было такое. Самых простых форм, квадрат, круг. 1000 рублей. Мне кажется, это вообще недорого. А цена одна и та же? Ну, там они такие же. Вот еще лучший вариант. Черные основания и белые плафоны. Вот, все белое, допустим, полотенце взял зеленый. Кстати, самое прикольное с белым, мне кажется, зеленый смотрится. Как свежие яблоки, там, знаешь, зеленые. Ну да. Зеленое полотенце, да. Зеленый. Салаты. Зеленую там коврик в ванной положить. Вот в Минске купил себе такую подушку гелевую. И у меня сразу перестала болеть голова. Вот такую вот подушку в Минске я брал за 1 000 000. Это 3,5 где-то тысячи российских рублей. И она была без эффекта памяти. А это за 990 рублей с эффектом памяти. На белорусский это 300 тысяч. Очень выгодное предложение. Взяли подушку, взяли для навыка. Коровья шкура, Юлька. Что жестоко? Сосиски есть, не жестоко тебе? Что выкидывать, а так вот. Сосиски я не вижу корову, а это будет напоминать мне. Ой, господи, блин. Начинается. Шторы нам тоже надо обязательно. Вот серые можно. А можно шторы другого цвета. Либо можно оттенки какие-то серые там придумать, что-нибудь такое. Вот, например, смотри. Да, кстати, мне это больше сейчас нравится. И будет прибыть прикольно. 2000. Вот карниз наш. Ну да, вот. 1400 как раз огромный. Ну, видишь, какой? Манерный. Черненький. О, вообще клевый. Смотри, какие. Сколько такая стоит? 99 рублей. Вообще зачет. Сейчас у нас будет черно-белая хата. А вот с блюдцами. Видишь? Да, наборчиком. Наборчик? Ну, здесь же несколько. Раз, два, три. И сколько-то. Вон, 2999 комплект. Ну да, 149 рублей. Смотри, как красоте. Да, мне тоже нравится. Да, вот на стол с белой скатертью такие. Под этот самый. Посуды можно и поиграть. Можно вот, например, такой. Тоже классно будет смотреться. Он зеленый. И самый прикольный, что, смотри, наборами все продается. Он 1790. Купил набор. Куча тарелок, куча мисок, куча блюдец. Каркас кровати. Пойму, это весь комплект стоит? Ой, вообще. Дом принцессы. 37 тысяч. Да, вот это вообще круто. Мне кажется, Ксюха счастлива будет, как слон. Вот кровать, ничего такая. Что-то в этом есть, да? Пружинный матрас. Матрас. Такой, наверное. 11, что? 9 тысяч, надо цены. Со скидкой. Ладно, пойдем, с кухни потом. Нам надо сейчас. Надо сначала с комнаты разобраться, да. А в комнату уже плясать. Полностью поддерживаю.